род птиц семейства трясогузковых, объединяющий около 40 видов мелких птиц, распространенных как в восточном, так и в западном полушарии. Лесной конек наиболее часто встречающийся в Пермском крае. Птица немного меньше воробья, имеет оливково-серый верх, нередко с охристым оттенком, низ светло-охристый, на груди крупные яркие пестрины, резко отличающиеся от узких мелких по бокам. Распространена в Евразии от ее крайнего запада до Восточной Сибири, в основном в лесной зоне. Селится вблизи опушек, старых просек с растущими молодыми деревьями или в редколесье. Лесной конек, в отличие от лугового или пятнистого, большую часть времени проводит на ветках деревьев. В зимовке птицы возвращаются на места гнездований в апреле-мае. Если случится вам в мае оказаться на лесной опушке или прогалине, обязательно услышите птичье пение, немного похожее на песню жаворонка и на трели соловья. А если повезет, увидите набирающую высоту или пикирующую к ближайшим кустам серую птаху. Таким образом, партнер пытается привлечь внимание дамы. Образовав пару, птицы принимаются обустраивать свое жилище. Самка находит естественное углубление в земле среди травы, обычно подальше от деревьев. Гнездо сплетает из сухих травинок, тонких корешков, мха и другого подобного материала. Все это время, примерно неделю или две, птицы поют, тем самым сообщая всем, что территория занята. В кладке бывает от 3 до 6 яиц. Яйца очень красивые, от светло-коричневого до бледно-фиолетового цвета, с крапинками различного цвета и размера. Самка высиживает птенцов примерно 2 недели, покидая гнездо лишь в минуты опасности. Выкармливают птенцов оба партнера, поэтому малыши растут быстро. Уже через неделю, еще не умея летать, они могут покинуть гнездо. Вылетевший из гнезда молодняк держится вместе, летая по лесным опушкам и прогалинам в поисках еды. При благоприятных погодных условиях пара взрослых птиц может вырастить и второй выводок птенцов. Лесной конек очень юркий, и его тонкие лапки хорошо приспособлены для бега по земле среди высокой травы и кустов. Острый тонкий клюв помогает ему добывать различных насекомых, как в траве, так и на деревьях, таких как клопы, листогрызы, слоники, гусеницы бабочек, а также жуки, ручейники, перепончатокрылые, двукрылые. В осенний период в рацион добавляются семена осоки и марьяника. Лесной конек считается полезной птицей, уничтожающей за сезон тысячи насекомых-вредителей. В конце июля птицы сбиваются в большие стаи, чтобы с наступлением осени покинуть гостеприимную родину. С 1-3 сентября до 1-3 октября продолжается отлет коньков. Их ждет долгий и трудный путь в южные страны.